Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас очередная битва гильдии, и решил я опять протестировать Ронина, посмотреть, что он сможет. Все-таки девятка. Первый тест, ну, в принципе, там особо разницы между восьмеркой и девяткой в ожоге видно не было, поэтому будем сейчас тестировать еще разок. Посмотрим, может, действительно он немножко лучше стал, а может нет. Вот такая вот сборка, 12-12. Ожог 9 дает 65%. Стоит выживание рунами для отхила, также хранитель леса. Ну и в снаряжении у него умение плюс жизнь. Такс, Арникрыл, Асурик, Рейка, Анубис и дерево. Вот такой вот составчик. Так, поехали. Потестим. Может, будет опять сливаться. Вот, кстати, раз-то с Афинкой и с Фрей. Против Фрей будет интересно побегать. Вот, посмотрите, как смотритель долбит. В принципе, чем хорошо, мы сейчас будем просто зависать на голубях от Фреи. Ну, Афина бьет, но, как видите, просто тупо не попадает. 52% уже набили. Он уже вплотную подбежал. Посмотрим. Вот наполовину его просадили. Так, он уже там кого-то даже слил. Афину, по-моему, слил. Вот 74, Огнекрыл попал. Ну, 74%, как видите, мы весь центр, в принципе, разобрали. Жесть, конечно. Давайте попробуем. Такой вот вариант. В принципе, Масасура сейчас застрянет. Сто процентов. Ничего сложного. То есть два героя, и этого вполне хватает для битвы гильдий. Даже не надо юзать дерево. Не знаю, мне, честно говоря, нравится. Тут топы получше, чем у нас на русском сервере. Прокачаны, поэтому вроде как бы и тащит. Так, что у нас тут есть? Давайте попробуем тут Демохатма Огнекрыл сюда запустить. Посмотрите, именно здесь тут урона у нас должно быть немерено, по идее. Ну вот сейчас смотрите, 22% ушатали. Поехали еще разок. Закинем, начиная с Махатмы. Посмотрим, сможет ли бабуля. Да, выносит. Как видите, девятка не особо, честно говоря, и спасает. Хорошо, если мы попробуем сюдой. Тут сейчас и Фрейка подбежит вертолетиками. А ну без, в принципе, ничего ему не сделает. Единственное, что может, это Фрейя ушатать. Бигфут тоже пока будет добегать, он будет уже попадать. Тоже ушатали. Что там у нас получилось? Так, ну тут лучше, наверное, зайти отсюда со стороны Фреи. Ну,
Ну, как видите, Фрея Огника с выживанием не так просто сливает, поэтому ничего сложного. Так, окей. Давайте сейчас попробуем наоборот. Так, что у нас тут? 322. 404, еще один топ. Так. Анубис есть. Давайте попробуем атаку тоником отсюда. Вот сейчас достанем с фрейки. Самое главное, вот, отлично. Ну тут, в принципе, смотрю, огника нашего шатают. Ну тоже смотрите, огнекрыл 54% уже набрал. Даже так. Так, ну что, попробуем отсюда со стрелка зависнуть. Если получится, конечно. Ух ты, попадают по Ронину. В принципе, чем больше целей сейчас будут от стрелка, вот на стрелке очень хорошо ожог срабатывает, орнитоптеры бьют, плюс от фреи бьют, раз-то везде, где есть стрелок, вообще налегке проходится. Ну, слили. Беда, беда. Запускаем нашего Асурика. Ну, добежит. Не успел. А, нет, смотрите, треснулся. Вот так вот. Ничего сложного. Так, что еще у нас? 340. 360. Давайте вот этого. Так. Крыл, стрелок, Фрея, Седна. Тоже зеленый хранитель. Смотритель, точнее. Ну, тут, конечно, выносят огника. Даже, наверное, не наберет 50%. Да, не набрал. Так, что тут еще интересного есть? Можно, в принципе, опять точно так же на стрелке просто зависнуть и не париться. До Афина мы вряд ли дойдем. Ворожай, по идее, должен. Не подхиливает стрелка. Не хватает немножко. Да, смотритель. Или подхиливает. Ну, вот как-то так. Еще и ушатал стрелка. Давай, накажи еще и Афинку вражескую. Ну, не знаю, в принципе, Афина, как видите, она не особо попадает. Она с 12-м скиллом причем. Так, задели мы Фрея. 99%. Ну, вот 100. Соло вообще. Давайте этого попробуем. Тут вообще какая-то скучная расстановка. Кстати, давайте посмотрим на Асурика. Нападем, посмотрим, кто кого. 12-й скилл у Ронина против Асурика. И Асурик, я вам скажу, смотрите, Ронин просто ушатался в него. Вот так вот. А ну
только сейчас сюда выпустим. Тут у нас и хранители, и все остальные. Ну, ушатали. А хранитель включился, он сам себя убил. Так, что тут у него? Вот и мы. Посмотрите, как дамажит смотритель. И третьих жизни снимает сразу же. Так, зарядили хрона и опять нас слили. Интересно, он сможет сову слить их или нет? Думаю, вряд ли. Хотя, в принципе, не опять слили. Чуть-чуть не хватает. Ну-ка попробуем Сурика. Ну, неплохо. Хранителя слили. И должно быть все попроще. Ну, не знаю. Особо, честно говоря, разницы большой я не вижу. Возможно, где-то там на чуть-чуть этих 15% по сути ничего не решают. Как сливали, так и сливают некоторые герои его. Все зависит, конечно же, от точности, но... Он что с восьмеркой так бегал, что с девяткой. В принципе, одинаково. Что себе ушатали. Всю жизнь боль. Ну, два героя, в принципе, этого вполне хватает, чтобы пройти битву гильдии. Что на китайке так побегало, что здесь, ну, не знаю, особо. Разницы не вижу между восьмеркой и девяткой. Есть ли смысл тратить ресурсы, ну, не знаю. Наверное, все-таки лучше качнуть кому-то оживу. Либо тыковку прокачать на фарм локации, ну, смысла для бездона, в принципе, восьмерки хватит с головой, чтобы пройти топа. В общем, вот так вот, пишите комменты, что вы думаете, еще буду тестить, посмотрим, что у нас с этого дальше получится. Всем удачи, всем пока.